Здравствуйте, как вы думаете, где я нахожусь? А я нахожусь на потрясающей лодке, которая называется Ocean Paradise. И совершенно случайно, придя сюда к друзьям, мы отправились в путешествие вокруг Алании, в небольшое путешествие на лодке. В общем, сегодня немножко пасмурно, но очень классно, корабль так болтает по водам, просто невероятно. Поэтому покажу вам немножко корабль, ну и расскажу, что же здесь интересного, познакомлю вас с хозяевами. Вот там вдалеке виднеется пляж Клеопатры. Как всегда, у меня села батарейка на камере, но это было неожиданно, поэтому мы доехали до пляжа Клеопатры и сейчас отправляемся обратно в Аланийский порт на набережную. Корабль выглядит вот таким вот образом. Здесь обеденная зона. Очень-очень сильно шатает детишки. Здесь обеденная зона. Чем интересен этот корабль? Тем, что это семейная лодка, и здесь не звучит много громкой музыки, какой-то непонятной анимации. Привезли сюда футбольную детскую команду кататься на лодке сегодня. Так, сейчас посмотрим рубку капитана. Вот у нас капитан. Капитан Мустафа. И выходим в открытое море. Посмотрите, какая красота. Даже несмотря на то, что очень пасмурно и дует ветер. В такую погоду я еще на лодке не каталась. Так, проходите. В общем, все держатся, чтобы не выпасть. В общем, нас мотает просто нереально. Но очень-очень классно. В описании к видео я вам оставлю контакты. Этой лодкой владеют Рамона и ее муж Мустафа. Они проводят туры, и самое интересное, у них есть тур в Газипашу. Немногие корабли ходят в Газипашу, поэтому, когда будете в Алании, обязательно на корабле отправьтесь в яхт-тур в Газипашу, потому что там очень-очень красиво. Ну а сейчас давайте попробуем пройти наверх. Такое красивое открытое море. Просто так и я намокла. Очень сильные волны. В общем, здорово, здорово. Сейчас мы едем по направлению к Аланийскому порту. No, I don't know. Ну что, мы приближаемся к Аланийскому порту. Вроде немножко подуспокоилась. Вот так вот классно на этой лодке, посмотрите. Какие-то еще там ребята сидят наверху. Самые смелые танцуют наверху. Marvaret.net.
откуда? Латвия. А? Откуда? Родилась в России. Здесь в Махмуторе живут? Нет, в Алании. Здесь? Все, мы уже вернулись в порт. Солнце постепенно заходит. А вот юные моряки. Солнце постепенно заходит. Ну и сейчас я вам покажу, что же у нас происходит в Аланийском порту. Вот так вот здесь все красиво. Кораблики после реставрации вернулись в порт. Ждут туристов. Все зеленое у нас. Солнце уже заходит. В общем, друзья, Алания ждет вас. Ждет с нетерпением, стоит StarCraft. Ну, в общем, очень-очень красиво. Ну, а как выглядит сам корабль, вы уже видели. И, кстати, этот корабль для очень подходит для семей, для групп друзей. Здесь всегда очень приятная обстановка, я вам уже говорила. Поэтому зайдем еще раз к капитану. Пока капитана нет, покрутим штурвал. В общем, вот так вот это все дело выглядит. Поэтому такая вот кухонька. Поэтому обязательно приезжайте в Аланию и катайтесь на корабле с Мартиной, с Рамоной и Мустафой. Очень дружелюбный и с детьми просто потрясающе. Эй! Луис! Ну а вот так вот выглядит корабль с берега Ocean Paradise. Если хотите прокатиться на этом потрясающем корабле, вот телефон. И сейчас я вас познакомлю с Мустафой и Рамоной. So welcome to the summer season 2018 in Alanya here by Ocean Paradise boat. We welcome you on board this year. We have special trips like private trips, trips to Alanya, trips to Ghazi Pasha. You can also celebrate your event on board. If you need more information, you can go on our Facebook site or website. And yeah, this is our nice small little boat. If you want, you can have a check upstairs, downstairs. We have capacity of 32 people. And we are a family business, so yeah, come and join us this year. Thank you. Друзья, если вы хотите очень классную поездку на классном корабле, обращайтесь к Рамоне и Мустафе. I say that if you want a nice day out. Обращайтесь, и мы постоянно ездим вместе с ними, вы не пожалеете. Поэтому добро пожаловать на Ocean Paradise. You call us for a good trip. Многим, наверное, интересно, как же выглядит набережная. Уже вечер, но может быть даже пойдет дождик, кстати. Но вы видите, все зеленое. Становится уже немножко прохладно. И я отправляюсь обратно в офис. По дороге покажу вам парк ближайший. Есть здесь всякие детские карусели. И напротив очень классный детский парк. Посмотрите на эти деревья и высоченные, просто огромные пальмы. Напротив здесь есть кошачий дом. Вот с той вот стороны кошкин дом. Ну а здесь один из самых красивых, кстати, парков в Алании. Фонтаны, лавочки. Пахнет сиренью? Нет. Ой, это не сирень? Напишите в комментариях, кто знает, что это за цветы. Вот эти вот сиреневые. Глициния, что ли? В общем, я не помню, как они называются. Но они просто обалденно красивые. Похоже на сирень, но это не сирень. И здесь еще, многие из вас уже знают, здесь еще плавают рыбы. Подросли малек. Нет, до сих пор маленькие. Все, друзья, вот такое вот небольшое сегодня у меня случилось приключение. Пошла пообщаться с друзьями, а в итоге и на лодке покаталась.
Что вам сказать? Середина марта, конец марта. Классная погода. Сегодня, конечно, было немножко пасмурно. Но, в общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте. И, конечно же, всем добро пожаловать в Алания. Всем всего хорошего. Пока-пока.